детям все равно, в каком детском доме жить. Условия, в конце концов, везде более-менее одинаковые. У нас не просто детдом, у нас семья. Детей выводи, я наверх. Поднимись, хорошо, давай, держи на выход. Может, действительно, твоим детям в другом доме лучше будет, а? А может, дочери твоей в чужом-то доме послаще будет? Я был у атамана, завтра станичники соберутся на сход, где решат, готовы ли они разобрать вас по своим домам. Я знаю, мы не самые лучшие соседи. Между нами всякое случалось. На пару месяцев приютите только. Чурет, красавчик мой. Это же на время. Че на время? Можем навсегда взять. А че хромого взяли, цел не достался? Это моя комната. И твоя теперь тоже. 6 комнат вы мне отдельную пожалели? А ты кто такой, паренек? Тут я живу, и Полина. Че ты борзеешь, парень? Савелий твой вернулся. А там этот Дендомовский, стопужиший. Я бы на вашем месте вещи проверил. Че вы думаете, если я здесь дома, то совсем дурак, что ли? Мамку почувствовали? Домой попали? Да вы нафиг там никому не нужны, как и раньше. А почему мы вместе не живем, Игнат? Ты же сказал, нам стесняться нечего. Он же кобель известный. И Игнат мой человек, понимаешь? Привет. Я смотрел, ты на Тараса нашего запал. В школу нашу ходят, по домам шарятся. А завтра девок наших лапать начнут. Если он на нее не так глаз положил, я же его зашибу, ты меня знаешь. Я хромой детдомовский, никому не нужен! И то ничего с собой не делаю, ты! Мужики не любят, когда за ним бегают. Что ж ты делаешь, гаденыш? Убью, гад! Кто? Сказал, что всех нас выживет из станицы. Все плохо, Чеграш. Все не так. Убьет нас всех. Не убьет. Дети мне поверили. Пойми, это жизнь, реальность. Теперь мы их и достанем. Ну дай мы их отполосуем, а? Это ж дети, Витя. А я видел его. Все улики против него, все. Надо ноги делать отсюда. Я не могу. У меня Машка. Прости, мы не можем. Видать, ёкает что-то у этих мальцов. Ёкает. Эх вы, степные детки.